7 человек погибли в автокатастрофе в одном из высокогорных районов Грузии. Среди них двое малолетних детей. Еще 3 человека с тяжелыми травмами госпитализированы. ДТП произошло в районе Шатили в Восточной Грузии. Автомобиль, в котором находились 10 человек, сорвался с горной дороги в ущелье. По предварительной версии, причиной трагедии стало превышение скорости. Погибли 7 человек, в том числе 2 малолетних ребенка. 3 удалось спасти. Одну из пострадавших перевезли в Тбилиси. Ее состояние стабильное. У нее травма головы.